когда появилась возможность выбрать номер или поставить номер, первое, что мне возникло в голове, это этот номер. Идите заворачивайте там ноги брилины куда надо. Раду Поклитару. Человек, в принципе, он позитивный. Даже если объясняет, то объясняет это с юмором. Да не тяни стопы в дочь фараона, блин. Артема я знал, лично просто знал как человек. Анечку я узнал только благодаря вашему проекту. Вот она очень необычная, она очень не балеринистая, что ли. Для меня балеринистость – это негативное качество. Не бойся, тебя все держат повыше ножки, упадешь с нами вместе. Хорошо. Современная хореография, она вообще нелогична, абсолютно. Хореографы ставят, вот, чтобы вот совсем было неудобно. Для Ани, я так понял, что это номер технически непростой. Да. Он не могут! Я тоже не помогаю. Ну не держи ее! Бедра подними наверх. Да. Там очень сложные подвижки. Я таких даже не видела никогда. Не поднимай, дай я почувствовать, что у нее весь вес на этих двух точках. Мы сейчас долго боролись над одной поддержкой. Я куда-то все время не туда передавала свой вес. Сюда. Пам, и дальше самый прикол. Стоп! Бог дал им очень многое. Просто, чтобы им хватило сил, энергии наполнить эмоциями, страстью, любовью то, что им предложат хореографы на этом проекте. В чужую деревню
согласну. Ой, Люшеньки, Люли, семью не согласну. Ведра поливает, ведра поливает, землю прибивает, землю прибивает, брат сестру качает. Ой, Лёшеньки, Люли, брат сестру кажется, что мы могли бы провести тут конкурс не только исполнителей, но и хореографов попутно. Столько новинок. Анечка, вы первый раз танцевали по хореографию по Клитару, да? Артем, а вы уже знакомы с этой хореографией? Нет, я тоже впервые. Вы тоже в первый раз? Я хочу сказать спасибо Раду за этот номер и спасибо, что разрешил станцевать сегодня. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле, когда мы задумались о выборе номера, то я сразу попросила именно этот, потому что у меня мама руссконародная певица, и Лидия Андреевна Русланова — это как бы наш кумир. Я с детства всегда слушала руссконародные песни, то есть это мои любимые. И вот поэтому тут, для меня очень много значит, что я сегодня... А давайте послушаем, что скажет Владимир. Мне кажется, что он особенно как-то растрогался. Номер, конечно, очень удачный. Я должен сказать, что мне очень понравилась хореография Раду. Мне очень приятно отметить, что я вижу вот вас, которые из Большого театра, а в Большом театре современные contemporary плохо танцуют. Должен сказать, что вы меня удивили. Хотелось бы Марию спросить, действительно, как завораживающий голос Руслановой сочетается вот с этой современной хореографией? Вы знаете, я вам так благодарна, что вы меня первой не спросили, потому что... Это из доброго к вам отношения. Потому что вот весь этот потрясающий танец, я чувствовала, у меня просто вот как в сердце, как какая-то вот такая вот... боль появилась, я просто чуть ли не плакала. Я страшно вам благодарна, что вы меня не спросили в тот момент, когда я была еще уже, как бы уже... Правда, я заметила. Это что-то потрясающее. Какие стопы, какие движения. Я просто в шоке. Спасибо. Я видела вот действительно брата и сестру. Вот этих вот потрясающих, вот каких-то, ну, это что-то, просто меня, вы знаете... Мурашки. Да. Это главный критерий искусства. Правильно, правильно. Азарий, как ваше мнение? Я ребятам могу только позавидовать, что они имеют возможность такие вещи танцевать. Они... Спасибо вам, что вы выбрали такого хореографа, как по Клитару. Вы меня искренне
параду Вали. Огромное вам спасибо. Спасибо. Анечка, у вас, по-моему, слезы уже вот прямо рядом. Это слезы радости, правда ведь? Я просто действительно через эту песню, то, что отдаю тебя замуж в чужую деревню, как бы там поется, и я хотела это прочувствовать. И... Просто этот номер очень глубокий. И как мы только подходим к какому-нибудь элементу, какой-нибудь сцене, возникает внутри, вот лично меня, очень много чувств. Спасибо. Пожалуйста, Андрис. Вы меня тронули до слез, Анна, честно. И вы не просто играли, это было перевоплощение, что самая высокая оценка всегда в актерской работе, в опере, в балете, когда... исполнитель перевоплощается в образ. Мне показалось, что вам 14 лет, 15. И то, что вы не пришли здесь и начали играть, но вы уже вышли оба, вы вышли уже готовы, у вас уже как будто мы посмотрели через дырочку на какую-то часть вашей жизни, но вы жили до этого и будете жить после этого. Вы потрясли меня просто. Спасибо вам большое, спасибо. Диана, как вас тронула тяжелая женская доля? Ну, было станцовано от души и тронуло душу, могу сказать. Раду так считывает и дает такое попадание. Вот действительно, мы ребят совершенно до этого видели другими. И сейчас вот эта искренность, и эта искренность... Потому что каждый танцовщик выходит на сцену, он хочет сделать максимум, и максимум открыть, максимум показать себя. Но вот эта искренность, которая вот... И хореограф, и, конечно, вы это сделали с самых первых шагов вот по центру, когда Аня шла, это уже просто комок в горле он был. И вот это развитие, и какие, даже вот, знаете, вот пары, и мы всегда говорим о дуэте, но какие они были раздельно хороши друг от друга, как они отдельно существовали в этом дуэте, потрясающе. Я очень рада за вас. Что вы обрели этот номер. Я понял, что высокому жюри наши участники понравились и вместе, и поврозь. И робко надеюсь, что это отразится и на оценках. Но теперь грубой арифметики придется. Господин пожалуйста. Директор. 10. Азария Михайловна. 10. Спасибо. 10. Мария. 25. Запишем. Владимир Ильич. 10. Диана? Беспрекословно, 10. Спасибо. И оценки Артема. Директор? 10. Спасибо. 10. Спасибо. Тоже 25. Спасибо, Мария. Владимир? 10. Спасибо. Диана? 10. Спасибо большое. Потрясающие оценки. Просто потрясающие. И вы их заслужили. Поздравляем. Браво! Наши следующие участники из Казанского театра оперы и балета в прошлом туре получили самые высокие оценки жюри. Сегодня Кристина Андреева и Олег Ивенко станцуют дуэт из балета «Анюта». И напомнят нам об одном знаменитом, я бы сказал, эталонном дуэте на сцене и в жизни. Екатерину Максимову и Владимира Васильева в Париже как-то назвали лучшим дуэтом мира. Это было справедливо. Сами себя они называли стайером и спринтером. И когда они начинали ругаться на репетициях, ох, дым стоял столбом. Посмотрим, кто в нашей балетной паре влюбленных. Душа, кто мозг, кто спринтер, кто стайер.